Новогоднее настроение должно прийти в каждый дом. Особенно оно важно детям, которые живут в театре военных действий. Администрация Химок собрала подарки, которые отправят в школы Донецкой Республики. Стало доброй ежегодной традицией отправлять деткам Донбасса подарки от главы городского округа Химки. Ежегодно к нам обращается известная спортсменка Марьяна Наумова с просьбой об оказании данной меры социальной поддержки детям Донбасса. 200 подарков от нашего городского округа получат детки Донбасса в этом году. Это уже моя 20-я поездка на Донбасс. Я уже посетила более 100 школ. И каждый раз, когда я обращалась в администрацию города Химок, мне никогда не отказывали. И в этот раз мы ездим в школы прифронтовые, потому что до этих школ очень редко доезжают люди, потому что это небезопасно. Как-то раз мы были в Зайцево, это небольшой поселок возле передка, и рядом с нами лег снаряд. Каждый год семья Марьяны вкладывает свои средства в помощь детям, пострадавшим от военных действий. К сбору гуманитарной помощи присоединяются власти, общественники и предприятия Химок.